Алтае пианистка Лейсан Казакбаева репетирует с Ульяновским государственным симфоническим оркестром. Концерт номер 3 Людвига ван Бетховена – это блестящие пассажи, точенные музыкальные линии и глубина, свойственная представителю Венской школы. Лейсан – участница всероссийского проекта «Река талантов». Девушка учится в Казанской консерватории, участвует в международных конкурсах регулярно, а в этом фестивале впервые. Поверить в свои силы Лейсан помогла любовь. Я все не решалась отправлять туда заявку, как-то то забывала, то какие-то были другие причины. Вот. А мой молодой человек сказал: «Лейсан, давай ты тоже отправь заявку». В общем, он настоял на том, чтобы я подала заявку, и вот я прошла, слава богу. Продолжит программу концерт Йозефа Гайдна для трубы с оркестром. Его исполнит 16-летний Георгий Гринемайер. Он тоже финалист «Реки талантов». А дирижировать оркестром будет победитель первого всероссийского музыкального конкурса Димитрис Батинис. Мы работаем плодотворно, мне кажется. Музыканты стараются, солисты тоже их, мне кажется, как-то заряжают своей молодой энергией. Так что все идет. Приглашаем на концерт. Думаю, все получат удовольствие. Концерт номер 1 для кларнета с оркестром Карла Марии Вебера тоже прозвучит в этой программе. 20 октября на сцене Дворца творчества детей и молодежи состоится одно из ярких музыкальных событий осени. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.